людей, творчески настроенных, на самом деле очень интересных, загнанных в ситуацию. Им надо просто немножко свободных денег. Где их взять, они не знают. Люди думают, что если они устроятся на две работы, у них будет денег больше. Возможно, денег будет больше, но у них не будет совсем времени на семью. Ваши затраты на вашу семью, либо на вашу личную, просто как обыватель, не бизнесмен, стоят 100 тысяч. И вы их все равно где-то возьмете. Мы предлагаем вам сделать то, что предлагает весь Запад уже более 180 лет, насколько я знаю. Это накопительные программы, которые за вас будут оплачивать все ваши расходы. Но там есть какие-то условия. У нас они тоже есть. Вы от суммы, которая вам надо, отдаете нам 30%. За это мы 70% покрываем в течение года все ваши остальные затраты. Все по-честному. Вы отдали нам деньги, мы ими работаем. Мы вам резко их не возвращаем. Ваш год закрыт. Ваши 100 тысяч в год закрывает уже фонд. Вы отдаете деньги, за это сообщество вам разрешает пользоваться деньгами сообщества из расчета 1% в день. Поэтому вы начинаете любить это сообщество, потому что оно вас кормит. Оно дает вам возможность обучения, путешествия, решить финансовый вопрос. И когда вы проходите первую ступень, когда денег нехватка, у всех первая ступень – это недостаточно денег. Это не потому, что им много надо. Просто как-то вот все время не хватает. Благодаря сообществу вы переходите на вторую ступень, когда у вас денег достаточно. Вот очень важно вот эта вот ступень, относительно третья или ступень, когда у вас есть деньги и у вас открывается творческий потенциал, потому что вы все сделаны, вы все ручная работа. У вас у всех заложены такие гениальные вещи в голове. Вы боитесь их открыть, и вы, на вас колпак одет. Деньги, 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 потому что в материальном мире. И когда этот колпак снимается, вместе с ним уходит страх. Вы начинаете жить. И вы начинаете предлагать интересные бизнеса. Вот здесь вот самая важная часть, вот здесь очень интересный. Потому что у нас есть бизнес, у нас есть возможность поднять вам любой бизнес. У нас много людей, много денег. Ну, понимаете, у нас цель собрать 1,5 миллиона человек. У каждого в кармане есть, ну, как минимум $100 свободных. Пожалуйста, предложите им что-нибудь, чтобы они вам отдали эти деньги за услугу, за товар. Мы уже их собрали вместе. Вот когда вы на этой ступени будете, вы тогда начнете заниматься своими любимыми салонами, если хотите, ресторанами, я не знаю, будете шить, вязать, все, что хотите, делайте. Мы, ваши, уже готовые клиенты. Тем мы принципиально отличаемся от других компании на рынке, которые предлагают, не надо нам ничего нести. Вы это делаете, потому что вам очень выгодно. И выгодно не в процентах. Это вы поймете потом. Потому что в швейцарский банк люди несут деньги под 1 или 2%, если повезет. Но это же не глупые люди отнести миллионы под 1% годовых, зная, что инфляция их съест. Они несут туда только потому, что все надежные банки выполняют на 100% свои условия. Мы выполняем свои условия уже в течение, уже третий год пошел. На 100%. Поэтому мы надежные, то, что мы выполняем. А сколько вы потом получите процентов, значения не имеет. Несколько человек собрались сделать какой-то бизнес. Это может быть банк. Они купили лицензию себе. Это может быть франшиза или MLM-компания. Это может быть просто жесткая финансовая схема, которая... Ну, нарисуем, финансовая, как любят говорить, пирамида, да, это цель, которая собрать только деньги. То есть принципиально, чем мы от всех их отличаемся. Не потому, что лучше и хуже, мы просто другие. Первое, от банка. Во всех вот этих схемах они все живут, и дай бог всем, пусть все выживают. Деньги, они все построены по вот такому принципу, это понятно. Ничего нового, так все в мире устроено, да. Во всех этих схемах, здесь какой-нибудь продукт с наценкой 400%, все это знают, ничего страшного, главное, чтобы цена была приемлема за тот сок алоэ, который продают, чтобы она была не больше, чем нормально все. В этих, ну, здесь есть голова, которой нужны очень деньги, и они себе забирают наверх 20% минимум, в конечном итоге, через пару месяцев, им все равно, рухнет она или нет, они уже себе заработали. В банке не такие проценты, но тем не менее, все деньги со всех отделений банка выходят на корсчета, правда, да?
не будем говорить, в каких они странах, но неважно, все равно наверх. Здесь, покупая товар, причем по обязательной схеме, вы должны обязательно купить каждый месяц и обязательно привезти, иначе не получите. Ну, бог, дай бог, пусть живут. Деньги уходят в компанию, из компании вниз начисляется зарплата, правда? В банке деньги вверх, и отсюда потом распределяется по отделениям. Вы знаете, не во всех отделениях бывают деньги, хотя они вчера собрали. Но на утро у них их нет. Почему? Они собрали наверх. Ну, здесь... Если это заточено просто на деньги, пирамида, все деньги уходят наверх, еще и себе снимают, ну, как бы комиссию за что-то, там, от 20%. Чем отличается фонд «Меркурий»? Принципиально отличается. Вот я нахожусь наверху, очень высоко. Я получаю за все всего 0,5%. К деньгам доступа я не имею. Это не потому, что я хороший или плохой. Не надо никого провоцировать, чтобы кто-то имел доступ к миллиону. У нас деньги все хранятся внизу, у людей. Их много. Как бы в это тяжело ни было поверить, но это проверенные люди, которые никогда не украдут деньги системы. Почему? Не потому, что они им не нужны. Они все получают за это минимум 5%. Зато, не считая своего вклада, они за хранение денег получают большие деньги. Я всего 0,5 и деньги у них. Вот и принципиальная разница. Я им не выплачиваю. Это они мне 0,5 платят. Я беру с сообщества. То есть, ну, руководят ими внизу, наверх, а не наоборот. Вот принципиальное отличие. Взаимный фонд, как бы он ни назывался. Если это взаимный фонд, большая семья или правильное государство, деньги получают либо все, либо никто. Здесь получают только верхушка. Основной принцип – это доверие. Доверие и вера – это разные вещи. Возможно, в корень слова у них один, но доверие и вера – абсолютно разные вещи. Рассказывать «я хорош, отдайте деньги, и я не украду» – это я пытаюсь, чтобы вы мне поверили. Мы не работаем так. Мы пытаемся, чтобы после разговора, рекламы, чтобы вы поняли, доверие – это вы будете доверять системе, а не лично мне, потому что вы ее часть. Вот доверие – это людей с нами, тем наше сообщество крепче и надольше. На ближайшие 400 лет, пожалуйста, принимайте нас образ жизни. Постарайтесь показать людям новое что-то, то, что они от вас не ожидали. Например, вчера вы не могли позволить себе, ну, может, не чашку кофе, но поход в ресторан, а сегодня вы приглашаете их попить и поесть там, и даже угощаете. Поэтому показывайте людям это, что вы не ради денег здесь, у вас просто другой образ жизни. И тогда у вас не будет проблем в общении с людьми, потому что все они будут говорить, что они вам не верят. Поверить сегодня, что кто-то платит 1% в день, ну, честно говорю, ну, это нереально вообще-то. Поэтому не пытайтесь никого убедить, не получится. Объяснить, что нас не деньги волнуют, вы можете показать только, показав им другой образ жизни. И только на личном примере. Слава Богу, в фонде «Меркурий» основная часть, ну, не основная уже, ну, процентов 30 уже, раньше это было 70, это вообще-то пенсионеры, это самый рабочий класс. А после них уже подтянулись их дети, потому что видели, что за 2 года все в порядке. Потом они уже пришли, как великие бизнесмены, ну, либо ситуация. Выгоднее предложение вообще в мире, чем наше, сегодня нет. И не в процентах дело, а только в выполнении обещаний. Нам, вне зависимости от статуса, абсолютно не имеет значения. Вы просто люди, это самое важное.